Чё, ёпте? Ну ладно. Ни хрена не понял. Ну окей. Да что за хрень? Слушай, вот ты, который сейчас смотришь на меня, пялишься в камеру, ты вторую руку не видел? Где она нахрен? Это тут нету, там тоже нету, и там нету. Где она пропала, не могу понять. Что за хрень? Ладно, короче, нужно срочно найти вторую руку, потому что мне скучно. Я без второй руки никак не смогу выжить. Кого мне бить сейчас? Непонятно. Короче, в первую очередь... Пацаны, вот смотрите, сегодня же у нас 8 марта, да? Поэтому всех чекулим, всех чёлочек и всех самых крутых подписчиков моего канала нужно поздравить с 8 марта. Поэтому, пацаны, не будьте жопошниками, а? Давайте мы дружненько все в комментариях напишем «С 8 марта, пацанессы!» Потому что мои пацанессы самые крутые, красивые и смешные. Пацаны, не будьте гнидами. В первую очередь, поставьте все лайк! В честь 8 марта. Надо поздравить наших тёлочек. Во вторую очередь, поставьте лайк, если хотите видеть еще одну серию рук. Прямо сейчас поставь лайк, давайте наберем хотя бы 25 тысяч лайков, тогда выйдет еще одна серия. И в третью очередь, поставьте лайк прямо сейчас, чтобы вторая рука, мать его, нашлась. Потому что я вообще не понимаю, где она, Ладно, а сейчас мы будем приступать. Поехали. Так вот ты где, гнида паршивая! Да, я просто тут у тебя спрятался! Иди сюда, собака! Твою бабушку костлявую! Ну шо, пацаны? Здорово! Здорово, всем, пацаны! Видите, пацаны? Что я с тобой сегодня делать буду? Что ты будешь со мной делать? А, ты мне угрожаешь, да, Игорь? Ты мне угрожаешь. Хорошо. Игорь, ты понимаешь, что все это ради тебя, ты мне угрожаешь. Мы записываем эту серию на пистолетах ради того, чтобы ты просто научился, а потом будут калаши. Ладно, все, значит... Давай. Жека уже профессионал на калашах, поэтому... Я не нажимаю. Все, 3, 2, да. Так, пацаны, поехали, погнали. Игорь, тренируйся. Давайте потихонечку так. Потихонечку. Давай, короче, ты пойдешь кофе пока попьешь. А я и так пью, смотри, у меня есть кофе. Подожди. Ах, так, значит, да? Я и так его пью, пацаны. Ну шо, давай, гангстер, чтобы постреляемся. Ты смотри, как... Игорь уже назадротил вне серии, мне кажется. Во-во. Игорь, проклятый задрот. Сам ты проклятый задумал. Ой. Он тоже, этот псих тоже зарядил, Игорь. Сам ты псих, ёпты. Ну, убивайте друг друга, пожалуйста. Хорошо. Ну, смотрите, первое я убью себя, наверное, потому что я уже заколебался. Я не могу. А как его ровно выставить? Почему он все время его как-то не... Сейчас, смотрите, я беру в ручку пистолетик. Поднимаю его. Так, тихо, Эдисон, тихо, подожди, стой, Эдисон. Так, куда попадаю? Я до сих пор не зарядил, вы понимаете? Подожди, Игорь, подожди, стой. Я попробую стрелять, ну стой, давай по очереди стрелять, ты один раз и я один раз. Хорошо. Хорошо, говорит. Все, я спокойно знаю, не зови меня больше, понял? Все, я выхожу, все, пока. Игорь, не буянь. Он реально ушел. Игорь обиделся. Как стрелять? Меня не будет больше в этой комнате. Так, Жек, у меня проблемка большая. У меня большая проблема. Ай! Пистолет! Вернись! А что мне делать? У меня пистолет в сраке где-то. Вот ты, да, он у тебя над писюном. Над писюном у меня пистолет. Как его вытащить, ёпта? Опасно. Это опасно, Игорь, это опасно. Хуй, я его вытащил, слава богу, писюн безопасности. Так. А, он опять улетел! Жек, почему он не умирает? Жек, успокойся, ёпта. Держи. Потому что ты криворукий, ты видел, как ты пистолет держишь? Подожди. Как? Ты смотри, он мне стол выстрелил! Фак, you bitch, соси кирпич! Ты смотри, он мне в письку. А, Жека, что, зашибись, а патронов нету, зашибись. Лохозавр. Так. Зашибись. Зашибись. Говно, лови свой пистолет сраный. Пацаны. А нет, верните мне мой пистолет. Изи, real talk, think about it, man.
Блин! Вот так вот отыграли! Я случайно мизинчиком зацепил, ёп! Пацаны, я не почувствовал. 20% всех несчастных случаев. Случайно мизинчиком зацепил. Господи. Что, погнали? Погнали, второй раунд. Второй раунд, давайте, нажимайте. Победил, хорошо. Победил. Для себя ты победил, для игры нет. Так уж не будет. Так. Я победил. Победитель. Мама тобой гордится, мне кажется. Естественно. Она еще не приехала. Кто не знает, сегодня к нам в гости приезжает Женина мама. Я могу это говорить, Женя? Женина мама! Женина мама приезжает к нам в гости, кто не знает. Да кто нахрен стреляет уже? Это я, Жорро, перезял. Заряжать-то я быстро умею, а Женина мама будет с нами жить. Я маме расскажу, что я выиграл тут. Тихо, Эдисон, тихо. Ты давай вспомни, что мы с тобой друзья. Не, пожалуйста, давай вот сейчас мы тебе таку. По чесноку. Кто еще по чесноку? Почему хочет? Я быстро заряжаю, а как ему вот нацелиться? Вот я не понимаю, как ты такого ровно выставил рукой? У меня вот смотри. Кисть руки, понимаешь, она неправильная. Я в тебя могу, вот в Жеку нет. Коллега. Так, для тебя все очень сложно. Ага, потолок есть. Жека, давай. Хорошо, мимо. А Эдисон почти попадает. Ебо, вот это месть! Прям за это можно и кофейка хлебнуть. За что месть? Я никого даже не трогал. За мой суицид. Сам себя за свой суицид. Вот тебе бошку прострели за твой суицид. Пацаны, третий раунд. Мне кажется, в этой серии у нас раундов 5 будет. Но это хорошо, потому что вы натренитесь. В следующей серии пулеметы у нас будут. Давайте. Готов? Пулеметы? Совсем дурак. А потом танки. Я пистолетом целиться не научился, он мне пулемет уже ставил. Нет. Автомат, я шучу, какие пулемет. Так, хорошо. Эдисон, давай вот, чтоб сейчас вот реально по-честному было, ты убиваешь сначала Жеку. Нет, давай вот как раз по-честному в начале Игоря убивай, потому что я... Ты Игорь быстрее... Ты заколебал! Игорь быстрее, ты быстрее заряжаешь, чем я! Игорь, ты понимаешь, что в тебя мне проще попасть, чем Жеку. Жека под углом находится. И что теперь, если я не в том месте нахожусь, значит меня убивать? Да. Это причина. Ну хорошо, Игорь, я сейчас попробую. Жека, Игорь меня попросил... Нет, давай, подожди, я ни разу в этой игре даже никого не убивал, ты понимаешь? Дай мне хоть раз попробовать кого-то... Ну, Эдисон, ну ты обещал! Да я просто проверял, стреляет он или нет. Проверяй пока. Эдисон, давай... А, ну я даже пистолет в руки не успел взять! Эдисон, стой, дай я хоть раз выстрелю. Да собака! Ну все, падла. Давай попади по мне, давай, это сейчас кончится патрон, а потом мы будем... Игорь, ты стул потерял. Так. Я попал по ним, а все, у меня патронов нет. Ничья, просто... Ну хорошо, пацаны, давай, я готов, давай, нажимайте, 3, 2, 1, давай, погнали! Так, Эдисон, иди реально в это, сходи кофе себе завари. Иди вообще, что ты... Что ты с нами играешь, да? Ты куда мне в стол? Жек, успокойся, пожалуйста. Ради нашей дружбы. Пожалуйста. Жек, не забывай то, что у меня в шкафу винтовка лежит, и если ты меня в игре убьешь, я тебя где-то в другом месте. Господи, я обосрался. Я тебе весь стол уже обстрелял. Я пол магазина сразу выстрелил случайно. Как нужно стрелять, чтобы попасть? Я не могу понять. Вот у меня такая же проблема. Я не могу понять, я в тебя по столу стреляю, а ты не умираешь. Потому что я не стол, если что. Ты стол. У меня патронов нету, ну зашибись, почему так быстро заканчиваются? Проблема.
Так, ну потому что ты весь стол меня обстрелял, а меня ни разу не попал, понимаешь? Предъявите ваши документы, Игорь. Как им стрелять-то? Эдисон, давай обменяемся пистолетами. У меня покруче. У меня такая писюлька еще впереди торчит. Хочешь? Не хочешь? Не хочешь? Я такой оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Слушай, ты под своим углом сидишь, тебя вообще нереально попасть. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Игорь, ты где? Игорь, ты что, обиделся? Продаю пистолет, недорого. Так как тебя попасть, собака? Продаю пистолетик. Значит. Fuck you, bitches. Что, давай последний раз. Давайте последний раз. Игорь. Так, у меня есть другая тактика. Какая? Не расскажу. Ну расскажи. Главное не торопиться, как я это делал в прошлый раз. Идет все более-менее аккуратно. Хорошо. Хорошая тактика, Игорь. Я тебе скажу, что это не очень хорошая тактика. Если сейчас тебе Эдисон начнет стрелять, то ты сразу... Эдисон, ты ж помнишь, да, то, что ты мне не стрелял? Так, подожди, Эдисон, ты меня первого в прошлый раз убил. Давай, теперь Игорь в очередь. Нет, сейчас. В прошлый раз я Игоря убил, вот в прошлом раунде. Нет, и меня первым. Нет. У меня патроны закончились, точно. Ты смотри, как он заряжает быстро! Чего? Я сейчас выпал как-то. Я сказал, тактика работает, эти слова. А, он просто со стола стрелял, он даже в руку его не брал. Нет, мне кажется, в Жеку так точно не получится попасть. Ну ладно, хорошо, я могу, в принципе, взять пистолет еще разочек, да? Прицелиться. Жека ж у нас более криворукая, да, принцесса? Так что мы сейчас с ним разберемся. В принципе, все логично. Я даже не могу его зарядить, вы понимаете? Почему не заряжается, я не понимаю. Почему не вставляется, да? Может, я не той стороной вставляю? Эдисон, как ты в него прицелился вообще? Мне кажется, там только одной стороной Жека можно вставить, второй вообще никак не получится. Ну, типа, до конца не получится, а так получится. Ты думаешь... Нет, ну, когда ты вставляешь, ну, там сразу оно вставляется, а другой стороной там никак не влезет даже. Ты знаешь, я вот, конечно, понимаю, как я не могу понять, я правильной стороной... А где посмотреть, сколько у меня патронов? Нигде. У тебя где-то счет 4-5 штук осталось. Я, пацаны, не понимаю! Он не пролазит дальше. А? Не пролазит? Да. Реально, у меня не той стороной. Игорь! Я не знаю, куда ты попал. Я не понимаю. Не понимаю, куда я стрелял. Не знаю, как я попал. Походу, реально не той стороной вставлял. Подождите. Ни хрена себе! Не пускай сила, а? Я в шок. Игорь первый раз затащил. Да. Короче, Игорь, ты... Мы с Жекой уже полностью готовы к АК-47, да, Жека? Да, Игорь еще не готов, Игорь еще надо потренироваться. Один килл. Поэтому в следующей серии мы обещаем то, что будут караши, если вы поставите лайкусик прямо сейчас на вот эту серию, да? Да. А что еще нужно сделать? Подписаться нужно, конечно же, подписаться на канал нужно. Вот. Нужно подписаться. Нужно подписаться. Пацаны. И пацаны. Подписки. Ставьте лайкусики, подписывайтесь. Я обещаю, то, что следующая серия не заставит себя ждать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем покеда. Пока. Всем пока. Вот это я убийца, да? Вот вы знаете вот это там, я роняю запад, вот я играл вот этого дебила в сегодняшней серии бабульки, поэтому кому интересно, кто хочет поставить лайкусик прямо сейчас, переходи и смотри, там весело, честно.